В кафе-пекарне на улице Пестеля человека ранили ножом. Уже через полчаса сотрудники Росгвардии заметили подходящего по описанию предполагаемого злодея. Мужчина сидел на причале Фонтанки. Там его и заковали в наручники. Он судим за грабежи, мошенничество, побои и другое. Удар ножом в плечо посетителю нанес, потому что тот якобы дерзил. Пострадавший в больнице, злодей в камере 78-го отдела полиции.